Ивановцы присоединились к всероссийской акции и поздравили президента с днем рождения. В одном из торговых центров города установили стенд с изображением первого лица государства. С картонным Путиным также смог сфотографироваться любой желающий. А еще ивановцы писали поздравления для президента. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 63 года. Он по-прежнему молод, активен и прогрессивен. Пожелания главе государства оригинальностью не отличались, но определенно шли от души. Я желаю ему, конечно, крепкого здоровья, чтобы были еще какие-то начинания в политической его деятельности, любви, счастья, чтобы была хорошая в семье, любовь. Что еще можно пожелать президенту? Чтобы он только был счастлив, здоров и долго жил.